Третий режим. Поняли, насколько она громкая. Музыку громко слышно, приходится прикрикивать. Это уже на два этажа выше, то есть она играет на минус первом этаже. Вот примерно там. Прикиньте, насколько громкая. Вот, я уже зашел за кучу проемов и стен. И то отсюда вот даже слышно. И басы слышно. Очень громко играет. Друзья, всем привет, с вами снова Audio Hype. И у нас неожиданная новинка. Опять же, китайцы нам сделали неожиданный подарок. И еще одна новая колонка с наклейкой Hopstar. Hopstar A80. Здесь, как мы видим, уже 350 ватт. То есть она по надписям мощнее, чем A65, да, которая и так новинка вышла. То есть, по сути, здесь заявлено, что вот эти вот, скажем так, большие басовые динамики, они как бы на 10 ватт больше, чем в той колонки, ну то есть 2 по 110 ватт, 2 по 40 ватт, 2 по 25 ватт, вот здесь написано. Друзья, сразу никогда не смотрите на мощность. Вот единственное, что нужно знать о мощности колонок любых, на нее нет смысла смотреть. Нужно просто проконсультироваться, позвонить. Мощность — это не громкость. 350 ватт не играет громче, чем любая колонка, где 300 ватт, 250 ватт и так далее, 200, 100 ватт. Это не так. Вот, какая эта колонка среди этой линейки играет также по громкости, как вот это вот A65, вот сейчас мужчина был как раз таки, и мы с ним сравнивали, вот мы не нашли различий в громкости, то есть по сути идентично, плюс-минус. Немножко показалось, что это по басовой, но это опять же субъективное восприятие, да, это конкретно вот если брать A65. Опять же, опыт будет накапливаться, может быть какое-то еще видео запишу там через месяц, через несколько месяцев, да, будем смотреть. Она громче играет, чем A60, чем Party Box, чем Party 130, чем все предыдущие колонки, вот эти колонки с наклейками Hopstar. Играет громче, чем любая колонка там линейки Zealot, допустим. Да и в принципе одна из самых громких колонок, как и A65, из переносных в России. В чем разница, допустим, с предыдущей A65? Здесь, во-первых, вот такая ручка, как у Hopstar Party Box, да? Кто знает такую колонку, сейчас могу, в принципе, показать. Hopstar Party Box, она очень похожа на эту, и кто, ну, не сведущ, они даже разницу не поймут, да, там, по фоткам. Но эта колонка длиннее, то есть она сантиметров там 50-55, да, а Party Box сейчас я покажу. Так, вот Party Box, да, вот A65. У Party Box восьмеркой подсветка, да, ну, то есть я не знаю, как сказать, вот. То есть она шире, ну, длиннее, точнее, можно сказать. Вот у Hopstar Party Box вот восьмеркой подсветка. Вот так вот, да, с одной стороны. А здесь именно включаем, и подсветка у нее полоска идет. И у нее 6 динамиков. То есть здесь, допустим, раз, два, и сзади басовый динамик, то есть 3 динамика, а здесь 6. Здесь сзади басовый, здесь сзади ничего нету. Вот, здесь основные динамики, вот здесь спереди, вперед звук идет весь, да. И 2, соответственно, пассивные динамика. Вот, а здесь весь звук идет вперед, и бас отсюда вот выходит звук, короче говоря. Вот, это разные колонки, просто кто будет вот сравнивать, да, на них разные цены, разная закупка и так далее. Вот, у этой полосочка подсветка идет, вот, такое новшество, да. Вот, можно менять режимы. Опять же, это подсветка полосочкой конкретно в этой партии колонок Hopstar A80. То есть, возможно, будут другие партии от других поставщиков, где вообще может не быть подсветки, да, или еще что-то. Китайские товары, каждая партия может отличаться, да. Надо это понять. Нету какого-то бренда Hopstar, это просто наклейка китайская. Более подробно я об этом в обзоре по Hopstar A65 рассказывал. Сейчас уже нет смысла повторять, можно просто тот обзор посмотреть, и все станет, в принципе, понятно. Что в китайских товарах много брака бывает в целом, да. Вот особенно линейка вот эта
Party Box как раз-таки очень много там процентов, до 80 брака. То есть где-то наклейка отходит, где-то хрипят, где-то не включаются, да. Вот мы каждый товар проверяем, каждому клиенту видео снимаем со всех сторон, каждую кнопку прощелкаем, микрофон протестируем, да. Здесь также есть в комплекте микрофон. Вот один беспроводной, не два, а один. В чем преимущество, опять же, Party Box? Здесь два микрофона классных. В чем преимущество вот этой колонки? Здесь один микрофон и, внимание, отключается эхо в микрофоне. Китайцы услышали нас, и теперь можно петь без эха совсем. Хотя все равно почти все люди, кто у нас покупает, добавляют немножко эхо, чтобы был объем звука. Но здесь есть такое новшество. То есть вот включаем микрофон. Раз, раз, раз. А, он и в той слышен, кстати. Но это конкретно в этих партиях. В других партиях может быть по-другому. Вот, включаем. Раз, 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 раз. Видите, он звучит тише, чем в Party Box, да? Тише настроен. Но можно убрать эхо. Как это делать? Вот так нажимаете. Я в конце видео еще раз покажу. И нажимаете минус быстро при этом, да? Вот. Раз, раз. Видите, нет эхо. Раз. А теперь эхо включаем. Раз, раз, два, два, два. Вот, теперь есть эхо. Вот такой прикол. Пальчиковые батарейки, аккумуляторы не советую вставлять, сразу говорю. И я вангую, что будет новая колонка когда-нибудь у Hopstar, которая, наверное, будет еще больше в размере, там, не знаю, в стену упираться, вот такая колбаса, да, и там будет два микрофона, как будто смесь Party Box и смесь А80. Вот, по звучанию, друзья, играет, конечно же, очень мощно, басово, объемно, насыщенно, очень качественный звук. Кто пользовался брендовыми колонками, там, JBL, Sony, должны оценить, что за такую недорогую стоимость... Я бы сказал, один из лучших звуков, то, что есть. Конечно, не всем понравится, там где-то в детальности, может быть, каким-то уступает дорогим колонкам, да. Ну, друзья, это копейки, то есть это просто копейки, там в 4 раза дешевле, чем бренды, там в 3 раза дешевле, то есть, ну, поймите. И при таком богатом функционале, то есть не просто Bluetooth здесь, здесь поддерживается также флешка. Вот здесь вот открываем, да. А, маникюр надо сделать, шучу. В общем, сейчас... Вот, друзья, в отличие от JBL, здесь поддерживается флешка, зарядка Type-C, как мы уже привыкли, естественно, никакого microSD, карта памяти, AUX, и вот такая плотная заглушка, очень плотная, еле-еле открыть, то есть там от влаги, скажем так, больше защиты, да, конечно, ее сильно не нужно мочить, воду, естественно, нельзя опускать. Увесистая, честно, вес не взвешивал, не смотрел, ну, порядка, наверное, 8 килограмм точно здесь есть, либо я такой слабый. В общем, 7-9 я бы так рассчитывал. В комплекте есть ремешок, тоже могу сейчас показать. Удобная ручка для переноски. Она не ставится на штатив. Вот, допустим, Party Box колонка. Вот снизу открываете крышку, и она ставится вот так на штатив. Вот, штатив отдельно приобретается. Здесь у нас вот подставка снизу, и все. Можно гвоздики открутить, но я так понимаю, чтобы залезть внутрь колонки, и все. И подставки, чтобы она не скользила там на какой-нибудь гладкой поверхности, на какой-нибудь под наклоном, чтобы нормально стояла. То есть, кстати, это удобно продумали. Интересно. Вот. Итак, у нас здесь есть Bluetooth, флешка, USB, карта памяти, microSD поддерживается. Потом беспроводной микрофон, классно передает звук, даже регулируется эхо, да. Есть вот такая шикарная подсветочка, есть ремешок, можно носить с собой, удобная ручка, да, это я резюмирую. Также здесь есть эквалайзер, вот в разных вставках в это видео я показываю эквалайзер. Вот, то же самое, три режима звука, обычный режим, дальше, два раза пикает. Второй режим, просто больше баса, меньше высоких частот. И третий режим, меньше баса, больше высоких частот. Не какой-то режим бас-буст, просто три режима, как и во всех остальных колонках из линейки с такой наклейкой, да. Вот, и нажимаем первый. Подсветку можно также отключить долгим нажатием. Подсветка только полосочкой, то есть сзади, как видите, никакой подсветки нету. То есть именно вот спереди, где подсветка, где надпись Hopstar, отсюда весь звук и идет, соответственно. Также какие кнопки есть? Есть кнопка включения-выключения, есть кнопка пауза. То есть нажали, и музыка остановилась. Нажали, музыка продолжилась. Кнопка коннекта. Чуть позже покажу, как коннектить две колонки. Друзья, это не кнопка Bluetooth. Колонку включили на эту кнопку, да? И больше ничего не нужно нажимать. Она уже ищется. Если вот она моргает, она ищет соединение Bluetooth. Просто заходите в телефоне в настройки. Соответственно, Bluetooth. В самый низ спускаетесь. Hopstar А80 в доступных устройствах. Нажимаете. Подключить. Тык-джун-джун, будет звук. И перестает моргать. Соответственно, подключаетесь. Все. Вот эта кнопка... Фу ты, уже запутался. Вот эта кнопка нужна именно, чтобы сконнектить две колонки. Чуть позже в видео покажу. Вот, то есть, вот так она нажимается и пищит. Вот, эхо для того, чтобы убрать эхо микрофонов. Бас — это эквалайзер. Три режима звука просто. И подсветка. Все очень просто.
одно из самых простых вообще в мире управления. Ничего лишнего, никаких лишних кнопок. Вот, громкость однократным нажатием. Громче, тише, да? Сейчас. Вот, когда такой звук, значит на полной громкости. Вот, и если длительным нажатием нажимать, будет переключаться трек. Предыдущий трек, следующий трек. Друзья, чтобы понимали, сейчас уже там почти ночь, почти 12 часов, поэтому уже язык заплетается. Конец рабочего дня, много с кем говорил по телефону, много клиентов приходило в шоурум, поэтому не обижайтесь, что немножко путаю слова, да, как бы как есть. Хотел просто быстренько записать уже видосик, вот. И, соответственно, сделаю вставки. Вот до этого была вставка со звуком, сейчас еще сделаю вставки. Вот такая колоночка. И сейчас посмотрим, после музыкальной вставки, посмотрим бумажку, что написано конкретно в бумажке. Вот такая трубочка идет в комплекте, да? Квадратная. В ней лежит два провода AUX Type-C. Ремень. Давай, вылезай. Вот такой толстенький, с хорошими креплениями достаточно, да? И вот, соответственно, бумажка такая некая. Сейчас откроем, посмотрим. Так, что у нас тут есть? Bluetooth 5.3, дистанция 10 метров. Посмотрите видео о 65. Дистанция зависит не только от колонки, но и от конкретной пары. Колонка плюс телефон. То есть от вашего телефона тоже много зависит. С каким телефоном может идеально быть, с какими-то идеальными тут далеко, да, прям даже больше 10 метров, там 10, 15, 20. Я, допустим, сейчас вот уходил, у меня очень далеко было. А у каких-то может близко косячно работать. С любыми колонками, не конкретно с этой. Так, output power, мощность 350 ватт. Повторюсь, мощность бесполезнейший показатель. Вообще забудьте про него, что он есть в принципе, да. Кто хочет с какой-то колонкой сравнить по громкости, не по мощности, а по громкости, какая будет колонка громче, вот эта, допустим, да, либо какую-то, которую вы рассматриваете в интернете, напишите в комментарии, да, потом спишемся или созвонимся там в WhatsApp, да, и, соответственно, уже проконсультируемся и поймете, основываясь на моем опыте, да, и, ну, в целом поговорим, да, какая задача у вас, где будете пользоваться, для кого берете, и выберем идеальную колонку для вас. Либо просто пишите в комментарии, спрашивайте, какая громче, такая колонка или такая колонка, такая колонка или такая колонка. И я в комментариях постараюсь свое мнение высказать по этому поводу. Дальше. Время работы 6-8 часов. Опять же, это не значит, что у нас сейчас 6 часов будет тарабанить в любой ситуации или 8 часов, а там... Можно для любой колонки только сказать, что делать, чтобы дольше играло. То есть все. Если вам кто-то скажет, там, 2 часа, 6 часов, 5 часов, или как люди любят говорить, ну, примерно там на средней громкости, сколько она. Вот если кто-то такую цифру скажет, все, к нему можете не обращаться, заблокировать этого человека. И невозможно это сказать. Это нужно каждую конкретно колонку тестировать, конкретно в вашей ситуации, да. Вот, и тогда именно для вас это будет правильный ответ. Правильный ответ объективно по поводу вот таких колонок. То есть нужно... Можно только сказать, что делать, чтобы дольше играло. Допустим, что делать там дома? Зарядили, оставили на зарядке и, соответственно, сколько надо, столько играет. Если на улице дома зарядили, вышли на улицу, соответственно, оставили, допустим, на пауэрбанке. Естественно, зимой там в холод, под дождем, на сильном солнце не нужно использовать. В машине на ночь не оставляйте, да, там сейчас холодно, все может, ну, короче, хреново может быть. Вот, опять же... Сэкономить энергию. Ну, подсветку вырубить ее немного, но тем не менее. Громкость на полную никогда не советую. Сколько держит на полной громкости? Частый вопрос. Не нужно на полной громкости использовать. Вот правильный ответ на этот вопрос. Просто не нужно. Колонки будут быстрее изнашиваться, да? Особенно, если басы какие-то сильные. 70-80-90% громкости. Если громкости считаете, что не будет хватать, надо купить колонку громче и использовать ее уже на 70-80% громкости, да? Соответственно, режим работы. То есть все говорят, сколько на средней громкости, а в каком режиме работы? В режиме флешки или в режиме AUX, или в режиме карты памяти, или в Bluetooth? То есть это максимально вот такие обобщенные ответы, ну то есть обобщенные вопросы. Вот, то есть непонятно. Это, типа, вот, соответственно, AUX, флешка, карта памяти будет дольше, чем Bluetooth.
Вот, то есть это надо понимать. Bluetooth больше есть, факт, во всех вообще колонках. И также на улице можете дома зарядить, выйти на улицу, оставить с пауэрбанком, да. Вот, и тоже будет максимально долго. Конечно, все время не нужно держать на зарядке. То есть там, ну, позаряжали какое-то время, сняли. Если у вас важное мероприятие, где колонка вообще не должна вырубиться, тогда да, зарядили, оставили на зарядке, там мероприятие оттарабанили, и потом используйте, опять же, более аккуратно. Вот, опять же, не бывает вилок в комплекте, которые в зарядку вставляются, только провода бывают. Есть, которыми я сам заряжаю, я их клиентам советую, и кому в подарок даю, кто покупает, соответственно, да, в зависимости там от колонки, от покупки. Обратитесь, соответственно, проконсультируйтесь и выберем нормальный вариант. Еще раз повторю, что мы каждую колонку проверяем, не просто там абы какой, а именно каждую. Каждую открываем в любом случае. И перед доставкой клиенту видео записываем. Кто в Москве, в области, приезжайте к нам в шоурум, да, соответственно, выберем вживую, вот так поставим. Вот есть такие колонки, есть вот здоровые колонки, да, там разные. Есть проекторы, там разные товары, да, планшеты, там видеосвет, кольцевые лампы. То есть выберем под ваш вкус именно колоночку, другие товары. Есть поменьше, есть побольше. Опять же, многим людям вот обращаются, там H65 хочу. Вот, говорят, у меня первая колонка. Ну, а, ну, хотите, конечно, пожалуйста, да, ну, зачем? Как первая колонка можно взять там вообще там за 5, за 6 тысяч какой-то аппарат. Не обязательно там дороже брать, да. Можно даже там для начала там 2, 3, 4 тысячи взять, да. То есть, если вам там по громкости подходит там где-нибудь дома слушать, допустим, зачем вам там? Ну, все равно на полную не будете жахать, да, если там микрофон не нужен. Это все разные задачи, друзья. Поэтому тут не обязательно вот увидели колонку и все, только ее хочу. Есть множество, тысячи разных колонок, да, то есть, может быть, вы захотите колонку с радио, да? В радио в таких колонках нету. То есть для радио нужны другие колонки. Так, что-то телефон не сел. В общем, по поводу мощности это было. Кто хочет по громкости понять, какая будет громче, пишите в комментариях и оценим. Время работы сказал. Значит, частота от 80 Гц до 20 кГц. Вот сами пишут фигню на самом деле. Вот я специально взял видео, да, там с ютубчика. И там видео идет от 20 до 20 тысяч герц. Я потом еще раз об этом скажу. В общем, я отдельный ролик сделаю по поводу вот частоты этой колонки. Постараюсь сделать, если не забуду. Я думаю, не забуду. Напишите в комментариях, кому это интересно. Вот, от какого диапазона до какого диапазона звук в этой колонке. Спойлер, ниже 80 герц. Спойлер. Вот. Так, дальше. Так, ну вот это спикер. Динамики 2 по 110 ватт, 2 по 40 ватт, 2 по 25 ватт. Вот, ну как бы, кому это интересно, пожалуйста, вот можете прочитать. Кто-то что-то с чем-то сравнивать, это, я считаю, абсолютно бесполезно вообще, вот эта вот строчка. Дальше. Зарядка 5 вольт, 9 вольт, 12 вольт, 15, 20 вольт, 2,2 ампер. Я заряжаю только своей зарядкой, никакие другие не пробую, просто заряжается и хорошо. Закон программиста, если работает, то не трогай. Возможно, можете протестировать свои зарядки с конкретными колонками и сообщить информацию. Но опять же, это будет верно для конкретной колонки с конкретной партии, да, и именно с вашей зарядкой, которая у вас есть дома, а не с какой-то похожей или с похожими характеристиками. Дальше, батарея 18650. Литионная, 30 тысяч мач. Внутрь я не лажу, опять же, емкость не важна. Емкость может быть больше, а держать заряд меньше. Или могут две колонки с одной и той же емкостью совершенно по-разному держать зарядку, да. Вот, и опять же, никто вам не мешает там зарядить, оставить на зарядке, зарядить, оставить на пауэрбанке. Это все решается, абсолютно все решается. Так, ну, 3,5 мм. Ну, тут написано, что здесь есть AUX-соединение, в общем-то, как я понял. Вот, ну, функционал весь я рассказал. Вот здесь он описан, да, на английском и китайском языке. Все это уже бесполезно. Вот, друзья, немножко музыки, немножко видео про коннект колонок и закругляемся. Если какие-то вопросы, пишите в комментарии, ставьте лайк этому видео. Так, друзья, вот две колоночки. Вот такая замечательная серая колоночка серого цвета, да. Вот я тоже вокруг покажу с зелеными или такими салатовыми, или где-то даже желтыми вставками, кнопками, надписью и так далее. И вторая колоночка синяя. Вот они сейчас ни к чему не подключены. То есть от всего нужно отключить, чтобы их сконнектить. Вот кнопка моргает, кнопка включения, да. И кнопка моргает, ищется Bluetooth соединение. Это не кнопка Bluetooth, это кнопка коннекта. То есть ее не нужно всегда нажимать. Ее нужно нажимать только если вы хотите вторую колонку сконнектить с такой же. Вот, колонки ни к чему не подключены. На любой из них нажимаем коннект. Раз. Ждем, если ничего не происходит. То я еще... А, вот сейчас они сконнектились. Но если ничего не происходит, я нажимаю на второй еще. Тоже однократно и ничего не делаю, не тороплюсь. Вот одна перестала моргать, подключилась к этой. Теперь та, которая моргает, нужно ее искать в Bluetooth в телефоне. Вот заходим в телефон, ищем, у меня уже здесь есть соединение.
Сейчас я его удалю. И, соответственно, сейчас ищется новое соединение. Так, вот у нас, соответственно, нашлось. Подключаемся. Вот, и, соответственно, нажимаем подключиться. Все, характерный звук опять перестал моргать. Это так и не моргало. Все, они соединены. Теперь возвращаемся к музыке. Таким макаром происходит коннект, подсветка меняется одновременно на любой колонке, если же нажимать. Эквалайзер меняется одновременно. Да. Вот, то есть можно останавливать музыку, да, одновременно. Запускать ее, громкость менять одновременно. То есть две колонки работают как одна. На любую жмете и, соответственно, или можете с телефона управлять то же самое. Друзья, вот тестируем микрофон. Видите эхо, да? Выключаем микрофон, делаем вот так. Эхо нажали. И сразу вот так вот меньше уменьшаем, уменьшаем, уменьшаем. И пробуем еще раз. Хоп. Раз, два, три. О! Эхо нету. Мы ликвидировали эхо. Первая колонка Hopstar, у которой можно убрать эхо. Но единственное, сами микрофоны настроены тише, чем, допустим, в Party Box или в Party 130, где два микрофона таких очень мощно, громко настроенных. Поэтому раз, два, три. Сам он потише, но он наоборот как бы создает меньше вот этих вот объемных эффектов или вот этого эхо меньше, да, то есть можно убирать. Также можно добавить. Попробуем. Нажали эхо, добавляем и погнали. Хоп. Раз, два, раз. О, два. Ну, слышно, да, что есть эхо. Друзья, еще чуть не забыл. Сейчас мы проводим розыгрыш. Можно получить колонку бесплатно, вообще без денег. Только не эту модель, а там другую, соответственно. Ну, не суть, тоже классную, новую, басовую, мощную, с микрофонами, да. Может, кто-то уже догадался, что за колонка. Вот, для этого просто напишите в WhatsApp. Номер будет снизу, либо здесь прикреплю. Также напишите в Telegram, можете написать, можете в группу ВКонтакте, да. И скинем, соответственно... Условия розыгрыша очень простые максимально, да, и реально можно выиграть колонку прямо в прямом эфире через рандомное приложение, будем, просто счастливчик будет и выиграет бесплатно колонку. А в следующем розыгрыше или одну колонку такую разыграем, или несколько товаров будет разных, да, бесплатно можно будет получить. Вот, либо эту, либо А65 посмотрим, либо какую-то еще колонку, как этот розыгрыш смотря пройдет. Вот, друзья, также кто хочет купить классную мощную колоночку, да, такого плана, да, компактную, либо такие более напольные, большие, да, либо там кольцевые лампы, видеосвет, пауэрбанки, наушники хорошие, да, то звоните, пишите, не стесняйтесь звонить, да, то есть проконсультируемся, да, так даже быстрее будет. Или в WhatsApp пишите, или в Telegram, кому как удобно, да. Вот, и выберем с вами самую лучшую колоночку, да, останетесь довольны. Перед отправкой проверим. Также приезжайте к нам в шоурум, кто именно в Москве, в области, вживую подключим разные колонки, сколько вам нужно, да. Послушайте на своей музыке со своим телефоном и точно выберете под вашу задачу. Вот, и перед отправкой, если по России отправляем или по Москве, всегда снимаем видео, записываем, что все, каждая кнопочка работает, каждая функция, и человеку всегда приходит идеальный проверенный аппарат. Вот. И, естественно, с гарантией от нас, то есть не просто продали, то есть продали, если что-то не так, всегда поменяем, конечно. Вот, друзья, звоните, пишите, заказывайте, пользуйтесь классными бюджетными колоночками с крутым звуком, да, не переплачивайте. И в целом мир вашему дому, чтобы все у вас было хорошо, и здоровье, и родные. Вот. Всем всего доброго. Басы очень глубокие и чистые.